Так, всем здравствуйте. Сегодня, как сказать, сегодня сочельник старого Нового года, да? Я, конечно же, жду, что ко мне кто-нибудь придет. Сегодня у нас будет, так, значит, детки сегодня ходят ряжеными. Ну, могут и взрослые это быть, но взрослые обычно попозже. Так, значит, запаслась я конфетами, денежки разменяла, потому что наличку надо давать. Что еще? Ну, как бы гостей я сегодня не жду, но все равно я там купила, мама мне мандарины, я купила там лаваш, и если вдруг кто-то придет, то я быстренько что-нибудь сварганю. У меня там морозилки есть, мамины варенички еще вот те, которые остались. Ну, в общем, нормально. В баре у меня там тоже есть кое-что. И в холодильнике и пиво есть. Ну, в общем, на всякий пожарный случай. Что я еще? Сейчас, вот. Так вот я подготовила этот, на пол положила покрывало. Другого не нашла. Ну, маленькая постирается быстро. Вот здесь вот, потому что будут заходить, если они не будут смотреть полосы, не полосы. Я их только постирала и как бы это не хотелось бы. Поэтому вот, если кто-то ко мне придет, я обязательно... Маня. Я обязательно это сниму и покажу вам. Будем ждать. Кто-то стучит. Пощедровать. Ключки. Подождите, пожалуйста. Спасибо, пощедровали. Форс-мажор. Им открыли с двух сторон, и я открыла, и бабушка Рая. Они решили потом ко мне. А я вот сижу. Катюшка. Тут осталось вот здесь вот, вот, пару штрихов. Очень тяжело, когда дают тебе картину пописанную, порисованную, и ее восстанавливать. То есть уже кто-то рисовал, я вот здесь вот даже не вижу это, ну, цифр. Буду сейчас сама додумываться, поэтому как-то так. Кстати, меня спросили, откуда здесь голубой. Вот, смотрите, третий номер, у вас есть голубой цвет. Вот так я сижу. Салфетки. Ну, где они там? Я уже тут подготовила. Вот. Ой, ну давай, хоть свои. Зашла как в свою квартиру. Только громко и нормально. Я денег так просто не даю за красивые глаза. Принимайте, люди, поздравления. День пришел всеобщего веселья. Короткие, средние, длинные, юные, молодые, старинные. Всем несем мы поздравления, ждем за это угощение. Так, угощение. Угощение, конфеты. Домой принесешь потом. Я тут, ну, что приготовила, то приготовила. Ой, боже. Да положи. Сейчас вот тут положат на этот и пойдет. Так, тут у меня денежки приготовлены уже специально. На двоих. Только сотка? На двоих хватит. Гостинцы оставить. Все, спасибо. Я слышу, кто-то идет. Наряженные красавицы. Все, блин, в телефонах читают. Да, кто, думаете, одни вы? Вот и старый Новый год. В двери постучался. От предпраздничных хлопот в гости к вам ворвался. Эй, идите все сюда. В гости коляда пришла. Будем мы шутить, смеяться, бегать, прыгать, развлекаться. Пусть везение вас не покидает. Мы на долгие годы. Спасибо, девочки, молодцы. Спасибо. Сейчас, конечно же, Уля сказала, конфет девочкам дай. Сейчас подождите, еще с денежку. А как же, без денег никак.
Так, вас трое. Значит, надо вот, вот так. Пожалуйста. Даже все равно касса одна. Как обычно. Дачи. Спасибо, девочки, что пришли. До свидания. Вот такие пироги. Я думаю, что еще кто-то... Я думаю, что еще кто-то придет. Подождем еще немножко. Они просто громко идут, что я сижу, я хоть и смотрю там на Ютубе какую-то всякую ерунду, но я их слышу. Они громкие дети. Ну, сейчас посмотрим, может, еще кто-то придет. Буду тихонечко сидеть, ждать и рисовать. Смотрим дальше. Мы пришли. Проходите. Мы сегодня водим козу, можно рассказать казах? Можно и нужно. Пришла коза, здоровье и счастье принесла, успеха жизни вам большой и много денег за душой. Молодцы такие, сейчас идите, подождите. Секунду, деньги в кошельке закончились. Так, сейчас, секунду, конфеты обязательно. Деньги это главное, но... Даже один пакет? Да. На всех? Угу. Конфеты и денежка. Спасибо, молодцы. Спасибо, спасибо, дети. Короче, у меня деньги закончились, которые рядом были. Надо, я так понимаю, надо еще положить сюда. Что-то я мало наменяла. Видите, какие красивые, какие красивые. Я все-таки жду, должен кто-то еще прийти прям супераженный. Но думаю, что это, конечно, будет попозже, потому что это обычно постарше детки. Ну, такие там 15-летние, они такие красивые, они козу наряжают. Ну, вообще посмотрим. Будем ждать. Давай. Давай. Ты тоже с буквами. Колбасу нету, давайте монету. А что, колбасу никто не дает, богиня? Не, не надо, просто я сказала. Так, не надо разуваться. А ты не подумай, знаешь? Понятия не имею. Так, на тебе, богиня, все. Держи, заработала. Все, двери закрываем и ложимся спать завтра на работу. Ульяна. Это Никина манера, да? Я не знаю. Мы сегодня ж в будние дни мы ж не встречаемся. Так что. Свет не горит у них. Не знаю, правда не знаю. Ладно, спасибо, богиня, что пришла. Давайте, идите дальше. Потормошите кого-нибудь. Пока. Так, хочу ж показать, что у нас девочки насобирали сегодня. Это вот моё там? Это у Лянина. А вот это вот Полина. А вот это Полинина. Ну, они, в общем, поделились. По 1700, по-моему. По сколько вы сегодня заработали? 1700. По 1700 рублей, да? Каждой. То есть 3400 вы сегодня, да? Да. А на Рождество у вас было... По две каждой. Ну, люди выдохлись. Люди уже. А мы мало домов обошли, устали. Вот такие, вот так вот у нас проходят щедровки. Да, сегодня щедровочки? Ой, господи, двери надо закрывать, иначе придут после обеда. После этой. Как его? После 12. Ага, богиня. Так, ну все, буду заканчивать, потому что видео тогда уже 10 часов почти, 10 час. О, кстати, у меня Ульяна сама дверь разрисовала. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии, какие мы красивые. Ой, сколько у меня сегодня детишек видео, классно. А, значит, сейчас будет в конце видео, это просто смех. Вот эти два тела, эти два лица. Зашли в подъезд, а там на подъезде висит видеокамера. Ну, моя дочь, конечно, не сдержалась. Вот так. И им прислали, ну, естественно, все знакомые, поэтому и на телефон прислали видео с этой видеокамеры.
Это вообще это жесть. Так что смотрите так. Нельзя, 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 нельзя. Я маме деньги неси. Так что смотрим. Всем пока. Всех с наступающим старым Новым годом. Девочки, нельзя музыку, девочки. Вот, все, всем пока-пока. Завтра Новый год. Завтра будут посевать. Новый год будут посевать. Сегодня с 12 ночи. Ну, естественно, открывать не буду. Но утром мальчики обязательно завтра будут идти в школу. И с 7 утра начнут посевать. Мальчики, только мальчики. Ну все, всем пока. Вот такой сегодняшний вечер был. Обязательно досмотрите видео до конца. Обязательно. Пора, что я уже поздно. Успела? Снимаю. Что она показывает? 18:34. Сейчас же сюда придете. Они были уже.